Всем привет! Сегодня и ближайшие несколько рецептов я буду готовить при помощи казана. Казан, который мне предоставил сайт Казан Пенза. Сегодня приготовлю оригинальный рецепт. Это будет аришта в томатно-винном соусе. Аришта – это армянская лапша, домашняя лапша, слегка обжаренная. Значит, сначала я солю кипяток. И потом добавляю аришту. Теперь добавляю масло сливочное. Добавляю перец болгарский. Аджику сухую. Листья свежего тархуна. Красный перец, паприка. Теперь это выпариваю вином белым сухим. И добавляю самое основное. Хорошенько перемешиваю. А, Сюзи, как тебе? Нравится? Кстати, Сюзи очень любит макароны. Обожает. Это специально для Сюзи будет. О! Сюзи не могу передать. Это очень вкусно. Но я еще туда хочу добавить немножко хавиар, баклажановый хавиар. Это будет еще лучше. Бомбическое блюдо готово. Только еще немножко натру сыра сверху. Все, Сюзи, бери, беги. Люди ждут.